Доводилось ли вам когда-нибудь бывать на настоящей восточной ярмарке? Для того, чтобы увидеть всю ее разноплановость и колоритность, теперь не нужно никуда ехать. Выставка «Ярмарка товаров из Индии и Пакистана. Азия-базар» открылась в Бресте, на втором этаже кинотеатра «Беларусь». Здесь представлены эксклюзивные вещи, продукты и сувениры по удивительно выгодным ценам. Многие предметы – настоящие произведения искусства, сделанные золотыми руками умельцев и содержащие частицу души. Приехали первый раз в ваш город, это Азия-базар у нас. У нас товар из Пакистана, из Индии, Шри-Ланка. У нас очень хороший чай, натуральный все. У нас такан все пакистанский, индийский, постельное белье, все натуральное у нас. Хами, ручная работа, очень эксклюзивный товар у нас, очень хорошо товар. Традиционный восточный базар – это национальный колорит, изобилие изумительных восточных сладостей и ароматных специй, настоящего чая с фруктовыми и цветочными добавками и вкуснейшего, а самое главное – полезного меда. Представлена на ярмарке и гималайская розовая соль, которая содержит 84 полезных минерала и широко используется в приготовлении различных блюд. Отдельное внимание – декоративной косметике. Восточные женщины всегда славились своей красотой и долголетием, которое они поддерживали благодаря секретным рецептам, бережно сохраненным в качественных продуктах, привезенных в Брест. Очень хорошие крема, они идут питательные для увлажнения, для увядающей кожи, очень хорошие. Вот эти вот крема идут для тела, это идут массажные, и они идут как обезболивающие. Вот эти вот, если есть проблема со здоровьем, растяжение где-то спина, сустав, локоточек или еще что-то, вот вещь незаменимая дома. Дополнить образ можно удивительными украшениями, бижутерией. Яркие стеллажи не оставят равнодушными представительниц прекрасной половины, а завершающим штрихом послужит качественный парфюм. На выставке он представлен широко. Поражают пестротой цветов и орнаментов яркие платки, палантины и шали с национальными узорами, тончайшее постельное белье и плед из натуральных тканей, льна и хлопка. Внимание заслуживают яркие платья, которые бесспорно станут жемчужиной любого гардероба. Я очень люблю восточные выставки. Во-первых, потому что здесь очень много всего интересного, то есть того, чего не увидишь в гипермаркетах, в больших магазинах. Здесь мне очень нравятся сладости. Вот я их как раз и приобрела. Очень нравится рахат лукум, различные засахаренные фрукты. Ну, это необычно, это вкусно, это люблю я, это любят мои дети. Халва очень сладкая, очень настоящая. Расцветки постельного очень хорошие. Удивительная ярмарка Востока. Кажется, здесь есть все для того, чтобы создать ощущение комфорта в себе и в своем доме. На любой вкус, цвет, запах и, главное, кошелек. Цены весьма привлекательные. Но то, что здесь купить нельзя, это несравнимая ни с чем атмосфера, насыщенная особым колоритом. Прикоснуться к настоящей восточной сказке в Бресте можно будет до 9 февраля на втором этаже кинотеатра «Беларусь».